В этом уроке мы с вами разберем, как вяжется скос плеча и вырез горловины переда. И для этого нарисуем с вами схему. То есть точно так же, как на спинке, мы с вами все разметим, все свои ряды прорисуем и будем, когда вязать, будем их отмечать, чтобы не запутаться. Итак, вырез горловины у нас глубже по переду, чем по спинке. Если у нас в спинке скос плеча и вырез горловины начинались одинаково, то здесь немножко другая история. Вот у нас скос плеча, 1, 2, вырез горловины здесь глубже. Так? То есть вот так выглядит у нас перед. И значит, нам нужно вырез горловины начать раньше, чем вывязывать скосы плеча. Что мы делаем? Смотрите. Ну, давайте также распишем здесь мои 48 петель. У вас другие цифры будут. 42, 48. Здесь у меня 4 поворотные точки. То есть перед и спинка у плечевых скосов одинаковые. Если вы помните, у меня была вот такая картинка. 10, 10, 10. Тут 9, 9, 10, 10, 10. И по переду у меня идет 1 петля, 1, 1, 1, 2, 2 и 3. Вот такая картинка у меня по переду. То есть здесь точно так же. Вот они у нас, отрезочки наши, которые нам нужно будет провязывать. Также здесь разрисую. Так, это вот к этой, вот, вот тут вот ошиблась. 2, 2 и 3. 3, 2, 2. Вот мы с вами вязали, вязали и довязали до того ряда, когда нужно вывязывать горловину. Что мы делаем? Вот у нас идет лицевой ряд. Ну, у меня, по крайней мере, так. Начинаю вязать этот ряд. Здесь у нас точно так же стоят маркеры. Вяжу, провязываю все петли плеча, то есть вот эти 48 петель, прохожу маркер и провязываю вот эти петли. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть 11 петель после маркера я провязываю, останавливаюсь вот в этой точке. Вяжу обратно, до края дохожу, да, вот вы видите, у нас здесь еще идет пройма. Поворачиваюсь. Провязываю снова все петли плеча, маркер прохожу и вот эти петли. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно считать вот отсюда, то есть нашли вот эту разворотную петлю, ее всегда видно. И 3 петли от нее отступили. Вот в этой точке мы развернули свое вязание, пошли вязать снова сюда. Дошли до края, до проймы. Вяжем дальше. Развернулись вот в этой точке, вернулись сюда, пришли вот в эту точку, и вот с этой точки я уже ухожу вот сюда. То есть когда я прошла маркер, прошла вот эти петли, до края не довязываю свои первые 9 петель. Дальше я разворачиваю вязание, после маркера прохожу 1, 2, 3 петли, либо вот до этой петли не довязываю одну. То есть тут мы уже раз по одной петле у нас, в каждой петле у нас будет разворотная. Отсюда пошли вот сюда, от этой точки не довязали 9 петель, потом вот сюда, снова 10 здесь не довязали, да, вот сюда, и пришли к маркеру. Точно так же здесь мы закрываем вот эти петли, то есть провязываем вот эти вот разворотные петли, которые у нас двойные тут получаются, и вяжем обратно, то есть до края опять дошли. Вяжем обратно, переходим вот на эту сторону.
Я рисую здесь вот так вот, ну, для того, чтобы вам понятно было, чтобы на рисунке у нас сформировался вот этот уголочек. А по сути-то эти все петли у вас висят на спицах. Прошли до этого края и начинаем вывязывать вторую часть полочки. Пришли вот в эту точку, то есть провязали все петли плеча, прошли маркер и прошли вот здесь вот эти 11 петель. Развернулись, дошли до края, потом вот в эту точку пришли, до края дошли, вот в эту точку пришли, до края дошли, вот в эту точку пришли, и вот с этой точки идем вот сюда. 9 петель не довязали. Точно так же здесь провязываем, не довязывая необходимые петли по линии плеча, и здесь вот в каждой петле разворот делаем. Пришли к маркеру, закрыли все вот эти петли и провязали уже все вместе. Вот, если мы посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. У меня всего 18 рядов. С этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Все, все поровну, все ровненько. То есть вот такую схемочку, если вы себе нарисуете, и когда начнете вязать, будете отмечать вот так вот все ряды, вы никогда ничего не перепутаете и свяжете идеальный вырез горловины и скос плеча.